Больше 10 тысяч выпускников медицинских вузов страны сегодня получают дипломы. Самым целеустремленным будущим врачам, окончившим вуз на отлично, а также выпускникам медуниверситета Астана, заветные корочки вручали на сцене столичной Астана-Опера. Сами медики говорят о растущем престиже профессии. Желающих получить диплом врача становится больше с каждым годом. За знаниями в нашу страну приезжают и из-за рубежа. В медицинском университете Астана обучаются студенты из Индии, Пакистана, России, Монголии. К слову, вуз в этом году отмечает свое 60-летие и впервые выпускает врачей, получивших образование на английском языке. Среди нас есть студенты, которые на данный момент выиграли грант в международные университеты, а также Назарбаев университет. То есть наши студенты будут продолжать обучение по программам резидентуры, а также магистратуры. Я думаю, то, что я и мои коллеги сможем внести лепту в развитие науки и здравоохранения Республики Казахстан. Нас поддержали наши партнеры, которые выделили более 25 миллионов тенге. Это средства, которые пойдут на именные стипендии для поддержки студентов с малоимущих, значит, семей. Есть у нас студенты, дети-сироты. И для поддержки таких вот талантливых ребят из года в год востребованность растет. Ежегодно мы принимаем более 1000 студентов разных специальностей. 60% из них обучаются на гранте.